Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я являюсь специалистом компании Yamaha Music в России. Мы находимся на выставке IFA 2013, которая проходит в Берлине. А сейчас мы находимся на стенде Yamaha, это один из самых больших стендов на данной выставке, порядка 500 квадратных метров, где Yamaha представила большое количество своей новой продукции. А сейчас мы стоим возле одного из главных представителей. Долгожданное продолжение аудио-видеоресиверов линейки Z. Это CX-A5000 ресивер и MX-A5000 предусилитель, который вы можете видеть перед собой. Уникальные компоненты, включение друг между другом за счет балансного кабеля для того, чтобы снизить какие-либо помехи. Что самое интересное, предусилитель по классу равняется уровню усилителя AS2000. Абсолютно симметричная передача сигнала от входа до выхода, позолоченная клемма. Хорошее качество звука, 11.2 каналов позволит вам озвучить все свое помещение и получить идеальный звук как в кино, так и в музыке. Также представлен продолжение линеек акустических систем Zava. Это модель Zava NS901. Представлен более глубокий двухфазовый эмблер. Находится в передней части, за счет этого усиливается глубина, частота передачи низких частот, то есть становится более насыщенными, более глубокими, более интересными. Также на выставке Yamaha представила новый усилитель и CD-проигрыватель AS3000 и CD-S3000. Это хай-фай компоненты high-end класса. Чем интересен CD-проигрыватель? Тем, что помимо того, что он проигрывает CD-диски, в нем также есть встроенный цифроаналоговый преобразователь. Поэтому вы можете подать в него сигнал по оптике, по коаксиальному проводу и также подключить USB-носитель. Само по себе очень удобно, потому что на данный момент в формате FLAC очень многие уже собирают себе музыкальную коллекцию. Еще мы представили наш новый звуковой проект. Модель YSP14-2.0. По классу он получается немного ниже, чем 30-2.0, там меньше количество излучающих систем, но при этом сохраняется вся прелесть звуковых проекторов, то есть это создается объемный звук 5.1 за счет отражения звуковых лучей от стены, но при этом сам по себе он получается более дешевого сегмента. Из хай-фай компонентов представлены еще к тому же новые усилитель и ресивер базовой линейки. Он получается по уровню еще ниже, чем AS300 и RS300, но при этом у него достаточно высокая мощность, это 100 ватт на канал при 8 умной акустике. Одна из моих лично самых любимых моделей, которые представлены здесь, это акустическая система с функцией подсветки, модель LSX700. Когда человек приходит домой, в первую очередь он включает свет, потом включает музыку. Благодаря данной модели вы можете совместить все это и сделать одним нажатием одной кнопки на вашем любимом мобильном телефоне. Вся передача акустического сигнала и все управление происходит по Bluetooth. В комплекте идет небольшой пульт, но что самое интересное, вы можете скачать на Android и Apple устройство специальную программу, благодаря которой вы можете управлять эквалайзером, интенсивностью подсветки, можете поставить будильник на любой день недели. Также вы можете правильно настроить данную акустику в зависимости от места ее расположения. Все дело в том, что там разнонаправленные динамики и объемный насыщенный звук также создается за счет отражения звуковых волн от стены. Благодаря данной программе вы можете настроить расстояние и само расположение, потому что отражение в углу и вертикальный центр все-таки достаточно разные. А еще одна из наших новинок – это новый Slim ресивер. Чем он сам по себе интересен? Он достаточно тонкий, по высоте он чем-то напоминает BDA-1020. Согласитесь, для ресивера это достаточно мало. А по классу звучания он находится между 4-й и 5-й серией наших ресиверов. Еще одна из новинок – это наши активные акустические системы со встроенным Bluetooth. Это модель NX-B55. Ими можно подслушать компьютер, телевизор, мобильный телефон, планшет, все что угодно. Подать на них любой сигнал по Bluetooth. 2 7-ваттные колонки имеют колоссальный по уровню громкости звук. Он уже был представлен в апреле. Модель MCR-N560 – это микрокомпонентная система с сетевыми функциями. Акустические системы, которые используются в комплекте с MCR-N560, они, кстати сказать, отдельно, диффузоры, которые используются в данных акустических системах, сделаны на базе диффузоров, которые используются в профессиональных мониторах Yamaha, поэтому данных колонок при их большом размере вы получаете прекрасное качество звука.